Сегодня обзор построек подписчика TrackPlay. Привет. Давай показывай постройку, которую ты хочешь показать, первую. Я его до конца не достроил, так что я половину. Это что? Корабль. Детализированный. Внутри тоже, да? Ну, внутри, там я строю еще. Тут есть кабина пилота. Давай ты мне тут покажешь все, расскажешь по порядку, что здесь есть. Это что? Тут есть бассейн? Да, бассейн. Я в нем утонул. А, вот туда нужно идти. Можно сидеть. Понятно. А что еще? Вот тут я вижу проход вниз. Мы вниз потом пойдем. Давай сейчас вверх. Нет, там ничего я строю. Вот тут я строю кабинки, где можно жить почти. Ну такие строю. Маленькие. Тут я там не успел. Кроваток не хватает. А там нету даже. А что это за кнопка? А, свет. Сверху есть кабина пилота. Бильярд. Можно сидеть тоже. А куда идти нужно? Вот тут. Что-то кнопка не работает. Потом дострою. Ну ладно. Недавно работал. Тут столько всего, только на все это нельзя нажимать. Нажимать. Не работает. Вот только минус в том, что невозможно управлять кораблем, он слишком тяжелый, а моторы не двигают корабль. Потому что надо либо много моторов, либо колеса поставить. Давай воду включим. Очень большой и красивый корабль. Яхту не может двигать магниты, там моторы. Только может двигать ракеты. Но лучше все-таки, наверное, колес поставить. Пар, две. Да, можно. Невидимых. Или внутри. Могу показать еще другие постройки. Там я тоже долго строил. А давай посмотрим, что есть тут внутри еще. Только вот это? Вот, все. Пока что да, я строю еще. Давай я пойдем внутрь, вниз. Хочу внутрь построить еще что-то, но не знаю, что построить. Ну, вот здесь можно всякие столики, покушать. Половку? Ну, да. А тут как? Можно встать в Титанике? Как на Титанике? Да, почти. А что, на Титанике так вставали? Не знаю, я не смотрел. Пока отсюда упасть легко. А вот это что за проход? Это вниз. А мы отсюда же пришли. Наверх. Сюда можно залезть на крышу. Я хотел построить тут фейерверки, чтобы запускать. Да, здесь вообще будет очень круто. Ну все, давай следующую постройку посмотрим. У меня на канале снимались с Бразилии, Украины, России, Америки. А ты из какой страны? Я Казахстан. У меня много подписчиков из Казахстана. Спасибо за участие на моем канале. Я знаю, что у тебя много построек. Я их постепенно буду показывать на своем канале. На этом наше видео заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Геймс. Всем пока.